Всем привет! Решил запилить обзор, так, не отходя от кассы, как говорится, в домашних условиях, на том месте, где занимаюсь всевозможными своими рыболовными самоделками. Значит, была получена посылочка от нашего новосибирского магазина SteelShop. Нарвался на него совершенно случайно, нарвался ВКонтакте, ну и сделал кое-какие закупки к будущему сезону. Сразу скажу, что это у нас три коробушки, о которых мы сейчас с вами немножко и поговорим. Итак, первое. Это вот такая вот поясная коробочка. Bait Cover 203. То есть она предназначена для хранения наживки живой во время рыбалки. Может цепляться как на ремень, либо там на какую-то поясную сумку. Еще что такое, это коробка-холодильник. То есть для того, чтобы ваша наживка не портилась. Открывается легким движением руки. Здесь мы видим, что видим непосредственно коробочку. Здесь вот прислали в подарок вот такие вот наклейки. То есть что это за магазин, видите, да? Далее коробочка у нас делится вот такой перегородкой на два отделения, и подразумевается что можно хранить две отдельные наживки. Значит, выполнена из ударопрочного сополимера, крепится на ремень при помощи вот такого вот крепления. То есть зацепили за ремень, защелкнули, все, никуда не денется. Если где-то на берегу, либо еще где-то рыбачить, есть вот такие вот четыре ножички. Сразу скажу, что Made in Japan. И сразу скажу по размерам. То есть эта коробочка у нас так. 142 миллиметра, так, 116 и высотой 73 миллиметра. То есть можете примерно размеры прикинуть. Но я почему-то думал, что она маленько поменьше будет. Ну, на поясе, думаю, будет самое то. Ну, а то, что это холодильник, это большой плюс. То есть иногда бывает, что когда целый день шаришься там по речкам, тот же опарыш, даже в кармане сумки он окукливается, да? Здесь, думаю, будет все хорошо. Вот здесь еще одна наклеечка. Я ее сюда приклею, чтобы те червячки опарыши, которые у меня здесь сидели, любовались, да, и знали, кто им предоставил такое комфортабельное жилище. Ну а что будет с этой коробушкой, как она себя покажет, это будем уже смотреть на воде. Ну, так, в принципе, по ощущениям, достаточно добротно, хорошо сделано. Ну, мэха, он, как говорится, и в Африке мэха. Это вот первая такая поясная коробочка-холодильник. Ссылки, как обычно, я все под видео оставлю. Зайдете, кому надо, посмотрите. Следующая коробушка. Это тоже набор мотовил от мэха. Шикакибаки Стокер 3. Там есть 5, 8, то есть зависит от длины. Это самый маленький размер. Брал эту коробушку специально для оснасток для Танага, чтобы все у меня было в одном месте. В коробочке у нас имеется 6 мотовил. На каждое мотовило можно спокойно разместить, вот как у меня здесь, 2 оснасточки. Итого, то есть у вас всегда под руками будет 12 оснасток готовых. То есть этого, по-моему, хватит для любой рыбалки за глаза. Мотовила очень такие, скажем, интересные. То есть здесь присутствует линейка. Крючок цепляется за вот такие вот эти вот поперечинки. Затем наматывается оснастка. И конец оснастки закрепляется вот в этом, скажем так, вот в этих прорезях. То есть там, где вам удобно, с какой стороны. То есть не нужно какие-то дополнительные там резиночки чего-то придумывать, натягивать там конец оснастки, если она у вас полностью там на мотовило как-то неудобно ложится. То есть в любом месте закрепили, и все очень хорошо, все очень здорово. Может применяться не только, например, для каких-то там поводков,
или оснасток, вот, например, для танага, тамаха, удочки, либо еще что-то. Также может быть использовано и в спиннинге. То есть сюда можно спокойно и очень удобно расположить какие-то поводковые оснастки, дропшот, например, да, либо там отводной поводок, либо еще что-то такое. Прицепили, намотали, конец оснастки закрепили, и все у вас хорошо, все здорово. Все это в коробочку сложили, закрыли, в сумку либо в жилет положили, и все. Все у вас под рукой. Об этой коробочке я немножко еще потом отдельно видео сниму, скажу, расскажу там, что я с ней планирую сделать, как я ее планирую доработать и зачем я ее вообще в принципе покупал. По размерам длина 12,3, ширина 9 и высота 5,6. То есть это самая маленькая коробушка из серии. Там есть еще коробка, это третьей серии, есть еще пятая и есть восьмой. То есть там мотовилок, соответственно, побольше. Ссылочки, как я уже сказал, оставлю. Там посмотрите, что это, где это. Ну, советую присмотреться, потому что, как я уже сказал, это не только для поплавочников, но и для спиннингистов, для хранения там всевозможных поводковых оснасток будет, думаю, очень даже хорошо. Там и каролины, и дропшоты. Ну, об этом я уже говорил, больше заострять не буду. Внимание на этой коробушке. И перейдем, наверное, к самой интересной коробочке. Это вот такая вот новинка от Мэйха. Это серия всем полюбившаяся маленьких коробочек, таких вот узеньких, да, серии Case G. Это квадро. То есть квадро, понятно, здесь она имеет у нас 4 отделения. То есть каждое отделение открывается отдельно. Может подойти для хранения всевозможных мелких аксессуаров. Здесь есть разделительные у нас перегородочки, которые вы можете ставить, как вам хочется. Я планирую ее, скажем так, для ходовых микрожиговых рыбалок. Это будет у меня как разведкоробка. То есть сюда ложится несколько, там пару-тройка определенных, скажем так, приманок. Сюда под эти приманки 2-3 чебурашки определенного веса. То есть положил, в карман сунул и пошел. И в принципе там больше ничего не надо. Спиннинг, такая коробушка и все. То есть они по размерам такие же, как и остальные коробочки этой серии. То есть они также у нас могут крепиться друг к другу. То есть это вот третья коробка из серии G. Да? Вы знаете, что это вот полюбившаяся всем коробочка такая Lichtgame Case серии G. То есть которая вот для всевозможных приманок. Затем Slimform Case G. Это для выполнена, здесь у нас пенка, да, для всевозможных там, не знаю, монтажей там, да, жиголовок, может, чебурашки могут. Ну, здесь уже блесны там маленькие, еще что-то такое. То есть достаточно удобно. И это продолжение этой серии, только вот с четырьмя отделениями. Также может быть использовано для всевозможной мелочевки. То есть там карабинчики, всевозможные колечки заводные, кто там любит это дело. И, как я уже сказал, крепится с любой коробкой данной серии. Они очень компактные, очень удобные. В карман абсолютно всего, что можно, влазят. Но, несмотря на это, вот в одной коробочке, видите, можно разместить достаточно много приманок. Вот у меня сейчас 4 штуки есть. В принципе, мне для микроджиговой рыбалки-то больше ничего не надо. Прежде чем размеры сказать, хочу сказать, что у Мэйха есть еще одна новинка этой серии. Луры кейс тоже серии G. То есть там несколько таких открываешь, там такие деления под микровоблеры. Ну, то есть я микровоблерами всякими там не ловлю, поэтому коробушку эту брать не стал. А вот это вот для мормышенка, для микрухи будет самое оно. Итак, размеры. Длиной она у нас 17,5,
шириной 10,5 и высота всего 18 миллиметров. Вот такие вот обновочки к сезону. А, чуть не забыл самое главное. Еще купил вот такие вот расширители для мормышек. Очень нужная вещь. Неоднократно уже брал, но тут где-нибудь потеряю, что с коробки выпадет. У меня, в принципе, в каждой коробке с мормышками такая штука имеется. Очень удобная и очень полезная. Особенно для тех, кто ловит там мормышником, микроджигом и так далее. Иногда даже крючок ушко прочистить, иногда даже помогает. Не говоря уже о мормышках. Вот такой какой-то обзорчик в таком каком-то непонятном формате. Ну, как говорится, что есть, то есть. Все ссылки у нас будут, как обычно, под видео. Так что заходите, смотрите, выбирайте. Не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Всем пока!